Я думаю, все слышали о той реформе, которая начала свой путь с принятием закона о прокуратуре. Это с октября прошлого года. 16 декабря этот закон уже в полном объеме вступил в свое действие. Согласно этому закону, 15 декабря заработали новые прокуратуры, которые теперь называются не прокуратуры городов и районов, а местные прокуратуры. Что произошло? В состав этих прокуратуры были укрупнены. То есть если до 15 декабря существовало по области 48 прокуратур, то теперь таких прокуратур 13. Что касаемо нашего региона, прокуратуру Желтоводская местная прокуратура включила в себя прокуратуру города Желтые Воды, прокуратуру Пятихатского района, прокуратуру города Вольногорск, Верхнеднепровского района и Софиевского района. По прокуратурам, там, где были эти прокуратуры, то есть это Верхнеднепровск, Вольногорск, Пятихат и Софиевка, созданы отделы. На эти отделы мы уже были назначены начальники отделов, прокурором области были назначены заместители. Общий штат прокуратуры Желтоводской местной прокуратуры составляет 47 человек, из которых 36 – это оперативные работники. Центральное местонахождение Желтоводской местной прокуратуры будет находиться по тому же адресу, то есть здесь в городе Желтые Воды. Пройдя тот конкурс, который был назначен, это четырехуровневый конкурс, по результатам конкурса я был назначен руководителем этой прокуратуры. Все работники, которые остались в прокуратуре, они тоже прошли тестирование общих знаний, тестирование специальных знаний. И по результатам отбора конкурса они были назначены на должность. Те задачи, которые поставлены на сегодняшний день перед прокуратурой, они сложные, но я считаю, они выполнимы. Да, это в настоящее время это будет сложно сформировать и объединить эти пять регионов, потому что это регион большой, сложный, и по каким-то определенным моментам он все-таки специфический. Поэтому я обращаюсь к депутатам, обращаюсь к жителям города о том, что по всем вопросам, которые возникают по городу, и либо по тем регионам, которые я уже озвучил, можете обращаться в прокуратуру, приемные дни. Скажу для всех, что мной лично проводится прием во вторник с 10 до 12 и с 15 до 18 часов. Также потом уже в ходе работы будут делаться выездные заседания, то есть прием граждан на предприятиях, где-то может по месту жительства. Работа не закончилась, потому что все считали, что сейчас пройдет реформирование, и по сути своей прокуратура, тот негатив, который выливается на прокуратуру, он может где-то в какой-то степени имеет место, но я хочу вас всех заверить о том, что мы работу эту наладим, и прокуратура в целом будет выполнять те задачи, которые на нее возложены.